Каким знаком зодиака можно приготовиться к неожиданному богатству в январе? Некоторым знакам зодиака стоит подготовиться к денежным сюрпризам, которые ожидают их в первый месяц года. Овен. Овны смелые и не боятся брать на себя ответственность, так что, вероятно, представители знака даже не станут удивляться денежной награде, которую получат по заслугам. Внимательно смотрите на обстоятельства, которые складываются вокруг вас, и не упустите новые перспективные возможности. Креативность и энергичность поможет вам справляться с бизнес-задачами без труда. Козерог. Козероги привыкли слушать свою интуицию. Она не подводит их не только в делах сердечных, но и в решении деловых вопросов. Кроме того, козероги привыкли к уровню достатка, который имеют, и при любых финансовых затруднениях прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть прежний комфорт. Все действия, которые вы сделаете в декабре, принесут вам двойную прибыль в январе. Рыбы. Рыбам сами звезды будут подсказывать правильные решения и сводить их с правильными людьми, благодаря чему представители знака смогут наладить надежные бизнес-связи. Соглашайтесь на новые проекты и не бойтесь рисковать. В первый месяц года удача полностью на вашей стороне. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!